Нешуточное развлечение второклассников. Им было по приколу уничтожить чужой автомобиль. И сняли этот погром на видео. А владелец поврежденного транспорта потребовал от родителей хулиганов компенсацию в размере 250 тысяч рублей. А мальчишек поставили на учет. Так что следите за вашими детьми, чем они занимаются. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии и будете узнавать самые необычные истории, которые происходят в нашей стране.